Костева. Дорогой Димаш, мы твои болельщики, твои фанаты. Мы очень ждем от тебя больших побед. Я, как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс «Славянский базар», я тебя благословляю и на этот большой конкурс. Я надеюсь, сегодня, в эти дни, не только весь Казахстан и вся Китайская Народная Республика, я думаю, весь мир сейчас болеет за тебя. Мы являемся главными фанатами, потому что мы твои земляки. И мы желаем тебе, чтобы ты приехал к нам с самой большой высокой наградой. Мы надеемся, что наш Димаш будет первым. Желаю тебе самое главное, чтобы ты был здоров. И чтобы тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. Счастья тебе еще раз. И долгой-долгой счастливой жизни. И радости не только тебе, всему нашему, жителям всего нашего Казахстана.